В небольшой, но уютной квартире ветерана Великой Отечественной войны Константина Максимовича Кругликова в преддверии Дня Победы произошли приятные изменения. Специалисты компании «Авантаж Трейд» установили ему новую многофункциональную кухню. Идея возникла по велению сердца, чтобы сказать спасибо настоящему герою. Из-за желания оказать содействие и выразить свою благодарность людям, благодаря которым мы уже 76 лет имеем возможность жить под мирным небом и трудиться, и радовать людей результатами своего труда. Вот, к сожалению, ветеранов войны с каждым годом становится все меньше и меньше, поэтому хотелось бы успеть в этом плане сделать как можно больше, выразить свою благодарность людям, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть этой страшной войны, и после войны не менее суровые мирные годы восстановления народного хозяйства. Новую кухню проектировали и устанавливали, учитывая современные тенденции, не забывая при этом о комфорте. Подобрали нужную высоту, на каждый шкаф и полку поставили доводчики, использовали качественные материалы. Все сделали таким образом, чтобы 97-летнему Константину Максимовичу было удобно. Мы оставили даже ту же высоту, сохранили, чтобы дедушке было ей удобно пользоваться. В сушке мы поставили здесь петли краба, везде стоит фурнитура от компании «Блюм». Сушка «Боярд». Преимущество сушки в том, что можно ставить чашку как на верхний ярус, так и оставлять ее на нижнем. При этом сюда еще отлично становятся тарелки, то есть это очень удобно, особенно в 97 лет. Столешницу мы поставили от компании «Эгер». Галифакс натуральный, она глубоко текстурированная, это достаточно такой актуальный цвет, в принципе, по Беларуси, и поставили в цвет пристенный плинтус. Константин Максимович делится, что еще не успел опробовать новую кухню, но ее внешними данными остался очень доволен. Нет, еще не попробовал, потому что, да, это чай только попил, так подогревал, вот, это вот попользовался уже немножко. Хорошо сделали, приятно смотреть. Но на этом сюрпризы для ветерана Великой Отечественной войны не закончились. Во дворе звучали звуки военного оркестра, который играл в его честь. В знак бесконечной благодарности и признательности седовласому герою были вручены цветы и подарки. А к его большому количеству орденов и медалей добавилась еще одна. С Константином Максимовичем мы дружим давно. Это наш охотник. Он почетный член Белорусского общества охотников и рыболовов. Ну и в этом году у нас 15 мая юбилейная дата – 100 лет образования нашему обществу. Соответственно, решением председателя Республиканского совета Константину Максимовичу вручена юбилейная медаль, посвященная образованию Белорусского общества охотников и рыболовов. Чествование ветеранов – это лишь маленькая доля того, чего они заслужили, подарив нам то, что мы имеем сейчас.